Покровская ярмарка для Рассказовского района считается экзаменом за прошедший сельскохозяйственный год. Предыдущие ярмарки оказались для района показательными. Два года подряд они становились самыми лучшими среди сельских районов. Мы пока все это секрет держим. У нас будет очень интересная усадьба. Очень будет интересная композиция под таким вот девизом. Рассказовский район, хлебосольное подворье, и 100% наш. Поэтому я приглашаю всех жителей Рассказовского района, жителей города Рассказова, Тамбова, посетить Покровскую ярмарку и обязательно посетить салон Рассказовского района.